Подъезды, парки, детские и спортивные площадки, дачные кооперативы, компьютерные клубы. Подросткам, которые не достигли 16-летнего возраста, запрещено гулять без сопровождения родителей после 23:00. Об этом напомнили власти города и правоохранители. Такие ограничения действуют с 1 апреля до 30 сентября. В осенне-зимний период с октября по март. Подобный запрет вводится с 10 вечера. Чтобы по ночам дети уже были дома, специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с сотрудниками полиции выходят в регулярные рейды. Дети у нас самостоятельные, северные, любят действительно свежий воздух, активные подвижные игры, поэтому да, детей много на улицах, но, как правило, после 11 часов вечера все меньше и меньше. Поэтому наша работа профилактическая дает свои результаты. С 23 сейчас часов до 6 часов утра запрещено нахождение в общественных местах. А общественными местами у нас является все то, что не является вашей квартирой, детей до 16-летнего возраста без сопровождения родителей. Подрастающему поколению в ходе профилактических бесед раздают памятки, где описан закон, за нарушение которого ответственность понесут мамы и папы. Как правило, это административное наказание в виде предупреждения или штрафа в размере до 500 рублей. Специалисты отмечают, что обратить внимание соответствующих структур на гуляющих без родителей подростков может любой житель Сургута, позвонив по номеру 102 либо 112 с мобильного телефона. Так как мы очень плотно работаем с молодежью, мы стараемся предотвратить вообще любые моменты, которые могут быть опасными для молодых людей. Вот. А если же к нам поступают сигналы, мы стараемся на них очень быстро реагировать, даже выезжаем. Но, к счастью, с начала лета этого года не поступало еще ни одного сигнала.